Айова и мир проверяют на прочность новые лежанки. Это новогодний подарок от волонтеров экопроекта «Береги Сибирь». Лежанки из вторсырья, остатков и лоскутков ткани, которые остаются при пошиве одежды. Это уже не первый подарок приюту. Минувшим летом добровольцы уже дарили хвостатым лежаки. Эти лежанки мы абсолютно бесплатно раздаем приютам, которые очень необходимы, потому что они очень теплые, они долговечные, они практически не рвутся. Поэтому я думаю, это прекрасный подарок к Новому году, этому замечательному приюту. Мы очень рады с вами дружить. Уже второй год приезжаем к вам с подарками. Надеемся, что лежанки вашим питомцам пригодятся. А еще абаканцы, горожане, да, пили зимние напитки, а мы купили на эти деньги корм. В абаканском приюте «Поводок» живет около 70 лающих хвостатых. Сотрудники питомника окружают четвероногих вниманием и заботой. Здесь двухразовое питание, выгул. Кроме того, бездомыши дрессируют кинологи. Все собаки стерилизованы, вакцинированы, получают необходимую медицинскую помощь. Одной из главных целей нашей работы является поиск семьи для этих ребят, конечно, это основная цель. Поэтому в приюте мы стараемся создать для них условия, максимально приближенные к домашним условиям, в том числе наличие лежака. Если собачка приболела, да, что-то нужно ей мягкое, теплое, особенно в зиму, ну, когда вот зима, морозы и вот это вот все, это очень полезная вещь для ребят. Ну и лежаки показали себя износоустойчивыми, мягкими, ребята с удовольствием на них отдыхают. В планах у волонтеров проекта «Береги Сибирь» дальнейшее сотрудничество с приютом «Поводок». В следующем году подопечным питомцам добровольцы планируют подарить еще одну партию лежанок и корм. Надежда Савельева, Андрей Аралов, новости.